сейчас в гримерке поставил его, мы пытались объяснить, какую музыку мы играем. Ну и мы давно сами понимаем, что мы играем настолько разноплановую музыку, что сами не понимаем, о чем мы играем. Но это и хорошо, потому что у нас нет ограничения в жанре. Никакого жанра в ограничении. Мы можем играть все, что мы можем позволить себе играть все, что угодно. Потому что мы поем обо всем, что случается в жизни, не в жизни. Мы придумываем истории, мы придумываем героев, мы придумываем свои вселенные, отдельные вселенные. Вот. И у нас различные цели, в том числе и общеобразовательные. Роль Бакуё. Когда они научили буквам алфавита, передали карты, на которых руки чьи-то, нарисовали рядом с каждой буквой нечто, что может закрепиться памятью навечно. На букве А был расколовшийся арбуз, на букве Б ваш бак на М десятка домами туз. Но больше всех с тех пор запали в душу мне на букве Ё, веселый кто с грибами на спине. Я за букву Ё и всюду вставляю её, но не в слове Ё, там она не подойдет. Я за букву Ё и я защищаю её, мне помогут Ё, всё, чьё моё. Я за букву Ё, и я защищаю её. Мне помогут всё, всё, чьё моё. За букву Ё, поверьте, я намногое готов. Защитник языка и языковых основ. Моя молитва перед сном, движение глагол. Я воин буквы Ё, в моей руке копьё. Рыхну любого, кто игнорирует её. Мой верный спутник и помощник, старый добрый ёж. Мой боевой клич и истово её моё. И если не поставить точки на буквы Е, то ты успеешь оказаться на моём. Если пишешь слово «Юка» через букву «Е», десяток раз я проверну тебя на острие. И прикрываю рукой, я вижу, что ты пишешь, брат. И прям потом я этому не очень рад. Меня учил наставник Йода 10 лет подряд. Как прекратить жизнь в таких моих конечных ад. Я за букву «Ё» и всюду вставляю её, но не в слове «Ё», там она не подойдёт. Я за букву «Ё» и я защищаю её. Я за букву Ё, и я защищаю её, мне помогут всё.